Я так плакала, говорила, не иди, пожалуйста, давай ты уволишься. Прогремели мощные взрывы. Я подождала конец тревоги, звоню, гудки. Еще минут 20 у него работал телефон после взрыва. Я прибегаю, просто полыхает магазин. Я узнала информацию, что вроде как видели, что он выходил. Он пошел спасать еще людей. Потом загорелось, все, упала крыша. Больше его никто не видел. Мама, его уже третий раз сегодня будет ехать сдавать материалы на ДНК. Я Богу молю, его там нет. Я не могу спать, я не могу есть. Я ела последний раз, когда он ушел на работу. Мы всегда по утрам делаем кофе с молоком и бутерброд. Это последний раз был.